Я по молодости тоже был донором почетным в той стране, которой уже нет. Но я помню, как я это сдавал. У нас был другой стимул тогда. Действительно был другой стимул. Мы сдавали и получали талоны на продукты. Это было действительно так. И теперь вот особенно в то время, когда сейчас в стране война, это нужно делать. И хочу сказать честно, ребята, это не моя выставка. Это выставка тех людей, которые это все организовали. Щоб координувати донорів, було створено від початку за підтримки Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради телеграм-канал «Донор Одеса», який поступово за ці місяці виріс у такий волонтерський проєкт, який спрямований на те, щоб забезпечити донорською кров'ю всі міські лікарні, для того, щоб людина, яка потребує крові, поступає до лікарні, ця кров для неї була завжди. Те, кто только планирует стать донором, могу сказать, есть очень много преимуществ в том, чтобы стать донором и сдать кровь. Во-первых, омолаживается организм. Вы отдаете свои старые клетки и взамен вырабатываете новые. Во-вторых, это профилактика сосудисто-сердечных заболеваний. Люди, которые страдают определенными болезнями, сдают кровь, и они чувствуют себя намного лучше. Ну и в-третьих, сама мысль о том, что вы помогаете людям, спасаете жизнь, это тоже очень греет душу. Спасибо вам огромное за то, что вы делаете.